Эта книга Откровения, именно это пророчество, это свидетельство, это Слово Божие, и вот это пророчество блаженно те, которые читают каждый сам лично еще, и слушают вот эти слова пророчества, всего, причем всего пророчества, и соблюдающие написано в нем, ибо время близко. Да как мы будем соблюдать написанное в нем? То есть блаженны те, которые и читают, слушают, и соблюдающие. Видите, сколько здесь действий. Значит, читающие, слушающие и соблюдающие. А как мы будем соблюдать? Вот так вот хранить, помнить, вспоминать, слушать настолько часто, чтобы запомнить, чтобы уметь сказать, чтобы помнить об этом, хранить это в уме, да? Потом говорить об этом, и мы не останемся без плода. Слава Господу за прекрасную мудрость Божью. Итак, четвертый стих. Иоанн семи церквям, находящимся в Асии, благодать вам и мир от того, который есть и был и грядет, и от семи духов, находящихся перед престолом его. Иоанн семи церквям. Разберем дословно. Семи, то есть семь число. Что мы можем сказать о числе семь? Да, полнота, совершенное число, Божье число. Значит, семи церквям, церквям. Это собрание, церковь, сборище. Итак, семи церквям, собранием, да? Находящимся в Асии. Это римская провинция в Западной Малой Азии. Итак, Иоанн семи церквям, находящимся в Асии. Благодать. Это слово означает благосклонность, любезность, благожелательность, благодать, благосл... благоволение, благодарность. Признательность, благодарение. Благодарение, понимаете, это одно и то же слово, что и благодать. Благодарность, признательность, любезность, благосклонность, благожелательность. Это вот если по-русски, да, читать, то можно вот так вот, да, благодать. Угу. Так, вам это мир, безопасность, мир, безопасность, покой, благополучие. От того, который есть. Являющийся находящийся, был и грядет. Иоанн семи церквям, находящимся в Асии, благодать вам и мир от того, который есть, и был, и грядет. И от семи духов смотрите, какое тут слово духов стоит это не Руах, это ветер, дуновение, веяние. То есть это не руах. Ну, как сказать, не Бог. Вот. То есть, если мы знаем, что э, дух руах, то здесь духов, поэтому с маленькой буквы написано. Ветер, дуновение, вение, дыхание, дух жизни, душа, дух. Вот такое слово стоит. Поэтому нам нужно будет обязательно сейчас посмотреть все местописания, которые связаны с этим словом. Находящихся пред престолом. Пред – это напротив, в присутствии. Итак, находящимся пред престолом, трон, седалище, престол. Итак, Иоанн семи церквям, находящимся в Асии, благодать вам и мир от того, который есть и был и грядет, и от семи духов, находящихся пред престолом его. Так, разберем семи. Посмотрим, в каких местах из Писания это слово. Так, Матфея. Семь других духов злейших. Злейших себя, и войдя, живут там, и бывает для человека того последнее – хуже первого. Так будет и с этим злым родом. Откроем Матфея и прочитаем. В то время проходил Матфея 12 глава. Слова Иисуса. Но он сказал им в ответ. Род рукавы, лукавый и прелюбодейный ищет знамение, и знамение не дастся ему, кроме знамения Ионы пророка. Ибо как Иона был в чреве кита три дня и три ночи, так и Сын Человеческий будет в сердце земли три дня и три ночи ниневитяне восстанут на суд с родом Сим и осудят его, ибо они покаялись от проповеди Иониной. И вот здесь больше Ионы. Царица Южная восстанет на суд с родом Сим и осудит его, ибо она приходила от пределов земли послушать мудрости Соломоновой. И вот здесь больше Соломона. Когда нечистый дух выйдет из человека – то ходит по безводным местам, ища покоя, и не находит. Тогда говорит, возвращусь в дом мой, откуда я вышел, и придя, находит его незанятым, выметенным и убранным. Тогда идет и берет с собой семь других духов, злейших себя, и, войдя, живут там, и бывает для человека того последнее хуже первого. Так будет и с этим злым родом. Здесь интересно написано. Итак, род лукавый и прелюбодейный ищет знамения. Итак, кто ищет знамения? Лукавые. У кого такой характер? У сатаны. Сам сатана назван лукавым, да? Прелюбодейный. То есть идолы. Вот такие люди ищут знамения. И знамений не дастся ему, кроме знамения Ионы Пророка. То есть это знамение, что Сын Божий умрет, да? будет погребен, три дня будет в гробе и воскреснет, да? На третий день воскреснет. Ибо как Иона был в очреве кита три дня и три ночи, так и сын человеческий будет в сердце земли три дня и три ночи. Итак, три дня и три ночи. И вот тут говорится, ниневитяне, смотрите, восстанут на суд. То есть ниневитяне, вот эти, которые от проповеди Иониной покаялись, помните? Они восстанут на суд с родом сим и осудят его. То есть я здесь вижу, что неневитяне эти спасу, спасены. Они упокоились во Христе. И они восстанут в первое воскресенье. Потому что они будут осудят. Итак, неневитяне восстанут на суд с родом Сим, то есть с вот этим родом лукавым, и осудят его. Смотрите, интересно, неневитяне – это же язычники. А про род лукавый, он говорит, кто? Книжники и фарисеи. Потому что они, он в 38 стихе сказали – Тогда некоторые из книжников и фарисеев сказали: Учитель, хотелось бы нам видеть от тебя знамение. То есть, фарисеи и книжники, он про этот род лукавый говорит, конкретно, неневитяне, представляете, язычники восстанут и осудят вот сей род, вот этот лукавый, потому что они покаялись от проповедей Иониной, и вот здесь больше ионы, а здесь стоит перед ними больше ионы и они не принимают. Дальше он приводит пример царица южная, восстанет на суд с родом Сим. Помните царица Савская, да? Которая послушала мудрости Соломоновой. То есть она приняла, да? Приняла Бога. Она поверила в вести Соломоновой. И она тоже восстанет. Она тоже язычница. И тоже осудит вот этот род лукавый, которым сам Христос говорит, а они не верят. И вот он пример приводит здесь, когда нечистый дух выйдет из человека, то ходит по безводным местам ища покоя не находит. То есть когда человек, ну как бы принимает Бога, да, то выходит из человека нечистый дух. Но когда он возвращается, то есть получается, что может вернуться. Отсюда мы видим, что он возвращается и смотрит. И говорит, возвращусь домой, откуда я вышел. И придя, то есть он увидел, да, придя, находит его незанятым, выметенным и убранным. То есть пустой сосуд. Он не наполнен Духом Божьим, да? Тогда идет и берет с собой семь других духов злейших себя. И войдя, живут там. Смотрите, они туда входят. В кого? В человека. Если злые духи входят в человека, как вы думаете, Божьи духи могут войти? Тоже вопрос, да? Дальше. Живут там, то есть семеро, да, и бывает у человека того, но это не обязательно даже, наверное, семеро, да, тут а, смысл, вот этот, семь других духов, это вот полнота. То есть вот если они наполнят, да, то ну, и живут там, то бывает для человека того последнего хуже первого. Так будет и с этим родом злым. Смотрите, он этот род, лукавый, книжников и фарисеев, называет... Лукавым и прелюбодейным, злым родом называют, и что им будет хуже, как мы еще можем понять это? Мы можем это еще и к церкви отнести, да? Потому что тут говорится дом, да? То есть сосуд, но ну, человек это храм Бога. А еще церковь, да, устрояется в дом духовный. То есть дом духовный. М -м -м, здесь даже интересно, если смотреть, как на церковь, то тоже могут быть не наполнены Духом Божьим. Это как может быть? Это служение, как прелюбодеяние, то есть это идолопоклонство. Идолы мы уже разбирали, да, что это не только иконы. Идолами могут быть и учения, идолами могут быть вообще вот это в мире. То есть человек не отделен от мира. Это все то же самое. Церковь не отделена от мира. Это может быть всякие обряды, Которые пустые. И для такого собрания, если они не наполнятся Духом Святым, то есть не покаются смотрите, не покаются, кому Бог говорит в книге Откровения каяться? Ладыкийской церкви, да? И если она не покаятся, то извергну ее из уст моих, да? То есть перестану ходатайствовать, исповедовать ее имя перестану. И тогда что с ней произойдет? С вот этим периодом церкви то есть это же периоды, да? что произойдет с церковью? Ее наполнит злейшие семь духов. То есть это не обязательно семь, да, это число, может быть, это просто полнота зла. Вот так ее наполнит. А ну, сюда можно отнести все деноминации, которые себя расхваливают, что они будут на небе, а другие там, которые, все, в общем, другие церкви, они, в общем, погибают. И вот эта исключительность, дух исключительности вот в каждой церкви, да, а на самом деле все состояние Ладыкийской церкви, вот оно описано в книге Откровения. И он говорит покаяться, покаяться, отделиться от этого мира и наполниться, исполняться Духом Святым. Вот еще мне вспоминается местописание. Павел говорит, да, чтобы не напиваться вином, а что делать? А исполняйтесь Духа Святого. Вот она совершенная радость, да? исполняться Духом Святым. Вот мы должны что делать. Наш сосуд должен быть наполнен Духом Святым. Церковь, ну, собрание должно быть наполнена Духом Святым. И при всей исключительности разных вот церквей, да, вот вернусь немножко, кто восстанет на суд и осудит? Язычники, ниневитяне, царица южная. То есть те, которые мы думали, ну, например, церковь думала, или там собрание, или какой-то человек, что они негодные, нечестивые, а они приняли весть и уверовали, а они не верят. Перед ними стоит больше, чем, чем Иона, или чем Соломон. Поэтому здесь семь духов вот мы видим, как полнота, да? Только здесь злейшие то есть полнота зла. Следующая Матфея 15:34 говорит им Иисус: сколько у вас хлебов? Они же сказали семь и немного рыбок. Вот здесь число 7 тоже стоит это же число. Итак, 7 хлебов – это полнота духовной пищи. Да? Если хлеб – это Слово Божие, это Христос, да? ломимый за нас. Да? Итак, 7 – это вот полнота, полнота пищи духовной, да? полнота Христа. То, что оживотворяет, насыщает, дает жизнь, да? укрепляет духовно, вера растет, плоды Божьи. Благодать. Дальше. Так. Матфея 18, 22. Иисус говорит ему, «Не говорю тебе до семи раз, но до семижды семидесяти раз». То есть всегда прощать. То есть полнота прощения. Это то есть всегда прощать. А кого прощать? Давайте прочитаем, кого прощать? «Брату моему согруш... согрешающему против меня». Смотрите брату моему, согрешающему против меня. То есть здесь видно даже образ Божьего характера. Да? Иисус на кресте что делал? Он молился о прощении. Он говорил, прости им очи, ибо не ведают они, что творят. Итак, это черта характера. Всегда прощать. Черта Божьего характера. Опять же полнота, да? Полнота прощения. Деяние 21, 8. А на другой день Павел и мы, бывшие с ним, выйдя, пришли в Кесарию и, войдя в дом Филиппа, благовестника одного из семи дьяконов, остались у него. Итак, Филипп, благовестник, один из семи дьяконов. Дальше семь дней. Евреям 11.30. «Верой упали стены Ерихонские по семидневном обхождении». Откровение вот семи церквям семи духов и дальше послание семи церквям семь золотых светильников семи светильников это вот прообраз церквей Да послание семи церквям да мы там читаем дальше семь звезд семь звезд семь золотых светильников семь церквей семь светильников будем разбирать как раз дальше. Потом семь печатей, семь духов. Итак, семь светильников, суть семь духов. Запечатанную семью печатями. Книга написанная. Так, и видел, откровение 5.1. И видел я в деснице у сидящего на престоле, то есть у Бога в руке, да, книгу, написанную внутри и отвне, запечатанную семью печатями. Так, семь печатей, семь рогов, семь очей, семь духов Божьих. Вот здесь уже семь духов Божьих, уже написано Божьих. Это в Откровении 5-6. Будем дальше разбирать. Семь труб, семь ангелов, имеющие семь труб, приготовились трубить. Семь громов проговорили голосами своими. Семь тысяч имен человеческих. Прочие объяты были страхом и воздали славу Богу Небесному. Это когда печати уже открываются. И откровение 12.3. И другое знамение явилось на небе. Вот большой красный дракон с семью головами и десятью рогами. И на головах его семь диадим. Итак, это тоже дальше будем разбирать. Вот вспомнили сейчас, изучили, какие местописания со словом семью. Семь. Итак, семи церквям Иоанн семи церквям, находящимся в Асии, благодать вам и мир от того, который есть и был и грядет, и от семи духов, находящихся пред престолом его». Итак, семи церквям, находящимся в Асии, благодать вам и мир от того, который есть и был и грядет. То есть вот эту весть, вот это откровение, вот это свидетельство, вот это Слово Божие, вот это тот, кто блажен, кто читает и слушает, Иоанн семи церквям, находящимся в Асии, благодать вам и мир от того, который есть и был и грядет, и от семи духов, находящихся пред престолом его. Здесь, конечно, святилище, язык святилища. Пред престолом. Вот хлеба предложения во, святи, во святилище, а напротив хлебов предложения светильник, семисвечник, да? Суть семь духов, семь церквей. И если видеть, что хлеба предложения – это престол во святилище. Сейчас мы знаем, что Иисус, Он во святом святых, да? Вошел во святое святых, там, где престол Бога. То, когда во святилище Он был, напротив Его были, получается, вот этот светильник – это прообраз вот семи церквей и семь духов. Потому что здесь, смотрите, мы видим – и от семи духов, находящихся пред престолом его. Это язык святилища. Надо будет потом, когда про святилище будем говорить, как раз нам будет понятно. А пока только с высоты полета смотрим, да? Пока дословно разбираем, а потом уже глубже посмотрим. И разберем сейчас духов. Вот это слово духов, которое здесь стоит. Духа святого. Поведен духом в пустыню. Тоже это слово стоит. Он изгнал духов словом, исцелил всех больных. То есть вот это духов, это нечистых духов здесь означает. Вот в следующем тоже нечистые духи. Есть еще дух отца, тоже это слово стоит. В общем, вот это слово духов здесь стоят дв два числа. Одно число, которое мы сейчас разбираем, цифры. И когда говорится про нечистых духов, там только это слово стоит. А где говорится «дух отца», там стоит рядом другая цифра, другое слово. Везде, где стоит эта цифра, везде связано с божьими, с божьими людьми. С божьими людьми. Исаака, Иуда, Иуду, Зару, Знаете, Везде вот эта вот цифра стоит. То есть везде, где божьи люди – Смотрите, как интересно. Здесь нет ни одного местописания, где бы означало, что это нечистые. Так, а в Откровении второе число, ну-ка выберу. Родился Иисус, от которой, от которой родился Иисус. Смотрите, вот это второе слово, цифра, с рядом с духом, с духов. Вот это слово, от которой родился Иисус, то есть от Марии, да? То есть вот она душа духов, Душа, от которой родился Иисус. Дальше. Что значит с нами Бог? Эммануил, что вот эта цифра стоит, значит с нами Бог. В общем, здесь тоже все связано с Божьими только. Здесь нечистого ничего нет. Поэтому очень важно нам увидеть, что вот это слово семи духов, это все говорится о Божьем. Здесь не говорится, ну, что это духи. Там могут быть и нечистые. Это все, что вот Божье. Духи, ну то есть душа, да? Потому что это слово вот означает ветер, дуновение, вение, дыхание, дух жизни, душа, дух. То есть этим же словом можно и душа сказать. Поэтому, когда говорится о Марии, да, то здесь говорится душа, да? А где духов злейших там или нечистых, там только одно число, без второго. Итак, какой мы здесь... Вывод можем сделать. Иоанн семи церквям, находящимся в Асии, благодать вам и мир от того, который есть и был и грядет, и от семи духов, находящихся перед престолом Бога, пред престолом Его. То есть вот это послание, которое Иоанн получил от ангела, от Иисуса, от Отца, который свидетельствовал Слово Божие и свидетельство Иисуса Христа, и что он видел – то есть вот он сейчас вот это вот будет описывать, вот это весть, вот это то, что Господь показал, что, чтобы показать рабам своим, чему надлежит быть вскоре. Итак, показать, вот это Господь открывает, то есть откровение, слово, свидетельство, пророчество, рабам своим открывает, чему надлежит быть вскоре. И он говорит, счастливый тот, кто читает, слушает, Слова пророчества Сего, соблюдающие, написанное в нем, то есть хранит, да, ибо время близко. Чему надлежит быть вскоре, время уже близко. И счастлив тот, который читает и слушает слова пророчества Сего. И дальше он начинает. Иоанн семи церквям начинает эту это откровение, то есть открывает это откровение, да. Пишет, что он видел, что дал ему, что показал ему послав Онное через ангела. Кто Иисус, который получил от Отца, да, семи церквям. То есть семи церквям это полнота. Это семь периодов церкви. Это семь церквей, означающие не только вот эти вот васии только семь церквей, да, которые физически были, но также относятся и к нашему времени. То есть это полнота. Это полнота, которая от первого пришествия до второго пришествия Иисуса Христа. Вот полнота вот эта. То есть все собрания, все церкви разных периодов на протяжении двух тысяч лет почти. Вот это весть, это откровение. Иоанн говорит это. Он говорит это именно физически церквям, да, которые находились в Асии, но и к нам. Потому что вот число 7, оно как раз показывает божественное число полноты. То есть это весь конкретно нам. Оно было дано и в то время церквям, и в наше время. И он открывает, и как он начинает весть? Благодать вам и мир от того, который есть, и был, и грядет. То есть здесь он открывает нам Иисуса Христа как альфа и омега. Он есть начало и конец, да? И он говорит, благодать вам от... Того он, представляете, он передает, он говорит, благодать вам, благодать вам от Иисуса Христа. Он говорит, вот вам благодать, вот весь начинаю, благодать вам и мир. Смотрите, дальше будет весь такая, от которых некоторым страшно становится. А он говорит, благодать вам и мир, то есть покой, безопасность вам, благополучие вам, благо вам. Благодать – это сила Божья, да? Это творческое Слово Божье, которое будет творить. Слово будет исполняться силою Божию. И творит, и творил, и творит, и будет творить, да? Благодать вам и мир от того, то есть от Сына Божьего, да? Который есть и был, и грядет. То есть Он есть сейчас, Он есть, Бог, Он есть сейчас. И Он был, и еще придет. То есть о сыне Божьем говорит, и от него передает благодать, говорит вам, и мир. То есть не бойтесь. Господь открывает вам. Не бойтесь, что ждет вас. Не бойтесь. Вернее, даже не что вас, а что ждет вообще весь мир. Что ждет на земле. Что будет на земле. Он откроет. Ну и что ждет нас. Поэтому он говорит, благодать вам и мир. От Иисуса Христа, который есть и был и грядет, и от семи духов, находящихся пред престолом Его». То есть это полнота Его влияния, полнота Его движения. То есть все у Него под контролем. Ничто мимо Него не пройдет. Да? То есть вот и от семи духов, находящихся пред престолом Его. То есть полнота Его пред Ним, пред Его лицом. То есть вот все пред Его лицом. Все, что происходит, что было, есть и будет все пред его лицом, все перед ним. И все, что перед ним, это его, это добро, это благо. Потому что пред его лицом не может находиться что-то нечестивое или грешное, да? А это пред ним. То есть это как отражение его. То есть это вот что-то могущественное, вот такое вот чистое, святое. Потому что пред его лицом ничто не может быть Плохого. Плохое, да? Но еще пред лицом его – это справедливый суд. И милость, и справедливый суд, да? Вот все пред, пред ним, пред его лицом. Все, что происходит на земле, все пред его лицом. Находится пред престолом его. То есть здесь еще престол его. Значит, смотрите, Иоанн описывает это откровение нам, говорит, да, которое он видел. И так он видел Иисуса, то есть от которого, того, который есть, был и грядет, и от семи духов, находящихся перед престолом Его. Значит, здесь мы видим престол Его здесь. Видите, здесь интересно говорится, что который есть и был и грядет, и престол Его. И вот эти семь духов, от которых тоже благодать вам и мир который пред его престолом. Это язык святилища, во святилище. И вот его престол, то есть все перед его лицом. Вот там слава и присутствие Бога. Вот где его престол, там слава и присутствие Бога. Престол его – это милость и благодать, да? И справедливый суд. Там, где прощение грехов, и там, где справедливый суд. И все это пред его лицом. И дальше читаем пятый стих. Продолжение. «И от Иисуса Христа, который есть свидетель верный, первенец из мертвых и владыка царей земных, ему возлюбившему нас и омывшего нас от грехов наших кровью своею, и соделавшему нас царями и священниками, Богу и Отцу своему, слава и держава во веки веков. Аминь». Итак, «И от Иисуса Христа, который есть свидетель верный, в первом, стихе, ой, в первом стихе, да, он говорит рабу своему Иоанну, который свидетельствовал Слово Божие, и свидетельство Иисуса Христа, и что Он видел? То есть вот эта вся книга это свидетельство, это Слово Божие и свидетельство. И здесь тоже говорится, видите, и от Иисуса Христа, который есть свидетель верный, первенец из мертвых первенец из мертвых, вот это тот, который воскрес, и владыка царей земных, ему возлюбившему нас и омывшему нас от грехов наших кровью своею. Вот смотрите, пред престолом его, да, престол его, омывшему нас от грехов наших кровью своею. Вот так мы можем только быть пред престолом его, который омытый от грехов своих кровью святою, кровью своею, он омыл грехи наши. И вот так Он возлюбил. Возлюбил нас и омыл нас от грехов наших кровью Своей. Все, Он воскрес. Он умер и воскрес. И кровью Своей омыл нас. Вот так мы можем стоять пред Ним. Поэтому мы сейчас можем предстоять пред лицом Его. Те, которые уверовали в Иисуса Христа, те, которые приняли Его жертву, поверили, могут стоять пред Господом пред лицом Его, в Иисусе Христе. Иисус Христос, который свидетель верный. Вот разберем свидетель немножко. Свидетель, а также употребляется о человеке, засвидетельствовавшем свою верность мученической смертью. И второе стоит, вторая цифра рядом стоит, которая указывала нам духи, про духи, когда мы разбирали, ну, Божьи, или не Божье. И вот здесь стоит это же число. Свидетель, это же вот... И рядом вот это слово. Божий. Ну, как бы сказать, это не переводится Божий, просто в контексте. Свидетель и тоже такое же рядом стоит число, которое показывает на Божье. Верный, истинный, надежный, верующий, питающий уверенность. То есть верный, истинный, надежный. И тоже стоит рядом опять это число. Первенец. Первородный, рожденный прежде. Первенец из мертвых. И вот смотрите, первенец тоже стоит из... и вот это число Божье. Везде каждое слово здесь. Мертвых, верный, владыка, царей. Все стоит Божье. Но число, которое означает то, что касается всего Его. И смотрите, Ему с большой буквы. Как раз стоит вот это число, ему, которое означает Бога. Итак, вот это то, что мы выше говорили, духи, где стоит вот это число Божье, здесь все, что о Христе, который стоит вот это вот, означает, что это Божье, свидетель, верный, первенец из мертвых, все стоит, владыка царей, царей земных, все стоит это, это число. Это слово, это цифра. Возлюбившему нас и омывшему нас от грехов. И опять, где вот стоит нас от, опять вот это вот число стоит. От грехов наших, опять же наших, стоит опять вот в конце такое же число. Кровью своей. В общем, означает вот это все, что Божье. Тут нет ничего другого. Все, что касаемо Его воли, Его Бога, все Его все пред ним, соделавшему нас царями и священниками. Опять же, вот это священниками тоже стоит это вот число, что это его, Богу и Отцу своему. Вот опять это число, слава и держава во веки веков. Аминь. А если еще раз вернуться и поразбирать, итак, и от Иисуса Христа, который есть свидетель верный. Итак, свидетель. Вот это слово встречается: Матфея 26, 65. А вот в Матфее оно не написано, что свидетель. Здесь указано тогда, и вот это число Первосвященник разодрал одежды свои и сказал: Он богохульствует, на что еще нам свидетелей? Вот теперь вы слышали богохульство Его. То есть здесь об Иисусе, да? Дальше это слово. То есть свидетель верный здесь вот в пятом стихе, и от Иисуса Христа, который есть свидетель верный. Вот мы разбираем вот это свидетель. То есть вот Иисус Христос есть свидетель. И мы вот это слово еще смотрим в каких местописаниях. Дальше. Марка 14, 63. Тогда первосвященник разодрав одежды свои, сказал: На что еще нам свидетели? Следующее Деяние 1:8. Но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Свят Святый. И будете мне свидетелями в Иерусалиме и во всей Иудеи и Самарии, и даже до края земли. Итак, здесь сойдет на вас Дух Святой, и будете мне свидетелями. То есть здесь уже говорится, когда Дух Святой сойдет на учеников, да, они будут Ему свидетелями. Иоанн здесь тоже в Откровении пишет, который свидетельствовал Слово Божие и свидетельство Иисуса Христа. То есть вот он свидетелем является, да? Но прежде свидетель верный Иисус Христос. Он свидетель. Деяние 1.8. Вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой. Ага. И будете мне свидетелями в Иерусалиме и во всей Иудее и Самарии и даже до края земли. Дальше Деяние 1.22. Начиная «От крещения Иоаннова и до того дня, который он вознесся от нас, был вместе с нами свидетелем воскресения». Короче говоря, здесь говорится о свидетелях, которые божьи. То есть это и люди. И об Иисусе в книге Откровения, и об учениках говорится вот в Деяниях. И вот 1 Петра можно прочитать, 5.1. «Пастыри ваших умоляю я» сопастырь и свидетель страданий Христовых и соучастник в славе, которая должна открыться. Пасите Божье стадо, какое у вас, надзирая за ним непринужденно, но охотно, богоугодно, не для гнусной корости, но из усердия, и не господствуя над наследием Божьим, но подавая пример стаду. И когда явится пастырь-начальник, вы получите Неуведающий венец славы. Итак, вот тут свидетель страданий Христовых. Еще римлянам 1:9: Свидетель мне Бог, которому служу Духом моим, благовествование Сына Его, что непрестанно воспоминаю о вас. Итак, свидетель мне Бог, Павел говорит, да? которому служу Духом моим, смотрите, Духом моим, и вот здесь вот стоит опять вот это вот везде стоит. Служу. Все вот это, что означает Божье. Благовествование Сына Его. То есть вот опять это число стоит. Божье. Итак, что мы здесь видим? Что Иисус Христос, который есть свидетель верный, и это же слово стоит ученики Его. Те, которые были свидетелями Его страданий крестовых, и свидетели верные. Как вот Павел говорит, служу духом моим, да? свидетель мне Бог. То есть Бог свидетель. То есть вот Иисус Христос, который есть свидетель верный. И Он еще является нашим свидетелем сейчас тоже, да? То есть Он свидетель верный, который... Вот у Петра вот интересно здесь написано. Свидетель мне Бог, которому служу духом моим в благовествовании Сына Его, что непрестанно воспоминаю о вас служу, говорит, духом моим. И вот здесь вот как раз стоит духом моим, и вот это число Божье. 2 Коринфянам 1,23, тоже тут Павел, да? Бога призываю во свидетели на душу мою, что щадя вас, я доселе не приходил в Коринф. Итак, Бога призывает во свидетели. То есть выше говорит, что свидетель мне Бог, а здесь он призывает его во свидетели. Понимаете, какой смысл здесь? Бог свидетельствует нам, свидетель. Мы, получается, свидетели Его, а Он свидетельствует нам. И мы свидетельствуем о Нем. Смотрите, как интересно получается, да? Он нам свидетельствует то, что мы сейчас начинаем изучать. Вот эту книгу Откровения, да? А ученики Его, то есть мы, должны свидетельствовать о Нем. То есть ученики, они Духом Божьим свидетельствуют о Нем и для них Бог свидетель. То есть Бог вообще свидетель всем. Он свидетель верный. То есть Он свидетельствует о всех верно. Все, выше Его нет. Он законодатель, и Он свидетель верный. Он все знающий, все перед Ним. Ничто не укрыто от Его лица, и Он верный свидетель. То есть так как Он свидетельствует, это совершенно. Его свидетельство верно. 1 Фессалоникийцам 2.10. «Свидетели вы и Бог, как свято и праведно и, безу... и безукоризненно поступали мы перед вами верующими». Еще раз. 1 Фессалоникийцам 2.10. «Свидетели вы и Бог, как свято и праведно и, безу... и безукоризненно поступали мы перед вами верующими». Видите, здесь «свидетели вы». Вы свидетели, что мы перед вами поступали безукоризненно. То есть свидетели вы и Бог. Видите? Итак, и Бог свидетель, и мы должны быть свидетелями. 1 Тимофея 6:12. Подвязайся добрым подвигом веры, держись вечной жизни, которой ты и призван, и исповедал доброе исповедание перед многими свидетелями. То есть Тимофею он говорит, исповедал доброе исповедание, да? То есть вот свидетельствовал пред многими свидетелями. Вот тут исповедал, подвязайся, вот исповедал доброе исповедание пред многими свидетелями. То есть многие св свидетели, да? То есть это, опять же, говорится о том, что ученики Христа являются его свидетелями. И Тимофей исповедовал доброе исповедание пред многими свидетелями, тут даже можно сказать пред многими учениками, да, или пред и все это пред лицом Бога. А смотрите, а есть же у нас еще неверные свидетели, да? Прообраз ложных свидетелей в Писании тоже нам открывается. Это что за прообраз ложных свидетелей? Книжники и фарисеи, они ложно говорили о характере Бога, ложно о нем свидетельствовали и в конце концов его распяли. Помните, они лжесвидетелей тоже вызывали на суд. И обязательно в Писании мы видим, что два свидетеля должно быть, минимум. Два свидетеля. Ой, смотрите, как интересно тут открывается. Свидетель верный, первенец из мертвых, это Иисус Христос, который стал человеком, да, первенец из мертвых, Сын Божий. И второй свидетель – Церковь. О чем являемся мы свидетелями? О, тут целое благовестие. Вот оно, благовестие. Свидетельствовать об Иисусе Христе. Евангелие. О том, что Иисус – Спаситель мира. Что Он умер за грехи всего мира. Умер и, вос... и воскрес на третий день. И сейчас одесную Отца в небесном в небесном храме, во святилище на небе. И вот два свидетеля, вот такие мысли. И Иисус и церковь являются два свидетеля против сатаны. Два свидетеля против сатаны. И это будет честный, справедливый суд. Итак, Иисус, первенец из мертвых, есть свидетель верный, и церковь, остаток верный Божий, ученики Христовы. Которые являются свидетелем Христа. И вот как Тимофей, как Павел здесь, и как ученики говорят: свидетель страданий Христовых. Да? Мы, как бы свидетели страданий Христовых, мы физически их не видели, но, но нам все написано в Писании, да? и мы верим, и мы становимся свидетелями то есть мы свидетельствуем другим людям о жертве Христовой, о страданиях Его. Вот, свидетели, к чему привел, приводит грех, к чему привел грех? К тому, что Сам Сын Божий умер за человека, чтобы вернуть человечество к Отцу и победить сатану. Мы победили Его кровью агонца и словом свидетельства Своего, и сияясь победа да, от Господа. Вот два свидетеля. Народ Божий и Иисус Христос. Вот как интересно открылось нам сегодня. Дальше Евреям 12.1. «Посему и мы, имея вокруг себя такое облако свидетелей, свергнем с себя всякое бремя и запинающий нас грех, и с терпением будем проходить предлежащее нам поприще». Есть еще облако свидетелей. Итак, Посему мы имеем вокруг себя такое облако свидетелей, свергнем себя всякое бремя, бремя, и запинающий нас грех. Какое у нас бремя? До этого мира бремя, да? Вот что еще может быть? Это быть отделенными от этого мира. Вот он запинающийся грех, запинающий грех. И с терпением будем проходить предлежащее нам поприще» с терпением. Значит, будет трудно, но это временно. Иисус на этой земле страдал, потому что здесь, на этой земле, сейчас господствует князь мира, сатана. Поэтому здесь плохо всем, кто Христовы. Откровение 2.13. «Знаю твои дела, и что ты живешь там, где престол сатаны, и что содержишь имя мое, и не отрекся от веры моей, даже в те дни, в которые у вас, где живет сатана, умершлен верный свидетель мой Антипа». Удивительно здесь открывается еще. Вот мы же разбираем книгу Иова, да? И там мы увидели параллель с книгой Откровения, послания Пергамской церкви. Вот это как раз Откровение 2.13, вот это послание Пергамской церкви. И здесь говорится, что престол сатаны, там, где ты живешь, что содержишь имя мое, то есть по Иову это Иов содержал имя его, и не отрекся от веры моей даже в те дни, в которые у вас, где живет сатана, умершлен верный свидетель мой Антипа. Верный свидетель мой. Смотрите, такие же слова, как говорится об Иисусе. Верный свидетель мой Антипа. Это тот, который носил имя Бога. Имя мое. То есть характер Бога. И он был его верным свидетелем. Никак по-другому. Смотрите, если ты носишь его имя, имеешь его имя, то есть отражаешь его характер, ты являешься его свидетелем. То есть ты прекрасно его понимаешь, Бога, и ты свидетельствуешь о Нем, какой Он есть, верно свидетельствуешь. И сатана за это умершляет. Он свидетелей верных умершляет, Он хочет их умертвить. И вот также остаток ну, про Иова, да, Он в свое время был остатком на той земле, да, в то время, после потопа, он был остатком до времени Израиля до того, как народ Израиля появился. То есть после потопа вот этот народ, который хранил имя Бога, да, ну, носил имя Бога. И вот из этого народа вот был вот этот остаток, это Иов один. Вернее, он один носил это имя, да, в тот момент. Потому что о нем было сказано, да, что нет такого на земле. И вот он, вот этот остаток, который содержит имя мое, то есть содержит имя Господа, то есть отражает его характер. И как и на него напал сатана? Мы же изучаем, да? И как он на него нападал? Не в открытую с рогами и копытами, а через людей, через близких. И мы можем сказать, что Иов является верным свидетелем Бога. Верным свидетелем. Опять смотрите, какая связочка у нас получилась, да? С Иовым. Итак, вот эти остаток последнего времени, верный остаток это верные свидетели, которые верно свидетельствуют об Иисусе Христе, верно свидетельствуют о Его жертве, о Его любви и о Его будущем, о Его будущности и надежде. Откровение 3:14. И Ангелу Ладыкийской церкви напиши: так говорит Аминь свидетель верный и истинный, начало создания Божия. Итак, верный свидетель и истинный говорит нашему периоду, если взять период церкви от жертвы от Христа, от первого пришествия до второго пришествия Христа, мы находимся вот в периоде Ладыкийской церкви. И сейчас Господь говорит нам всем, говорит «Аминь». То есть точно, точно Он «Аминь» имя Аминь, свидетель верный, истинный, начало создания Божие. А здесь мы читаем в Откровении, в первой главе прочитали, да, что Он есть, был и грядет. Итак, Иисус свидетель верный, и все пред Его лицом, и ничто не сокрыто от Него. И Он проницает глубины Божьи и глубины человеческие. То есть Он знает все Духом Божьим. И он знает все помышления и намерения, все пред его лицом. Ничто не сокрыто. Поэтому он свидетель верный. Он знает, он истинный. И он является свидетелем против сатаны. Он победил грех. Он победил сатану. И еще кто победители? Его верный остаток. Те, которые содержат имя Божье. Они являются свидетелями истинными, верными, Божьими. Дальше Откровение 11.3. «И дам двум свидетелям моим, и они будут пророчествовать 1260, 1260, дней, будучи обличены во вретище». Итак, два свидетеля мои. Вот опять два свидетеля. 1260 дней – это время папства, да, Рима, захвата Рима, то есть духовный Рим, да? «И дам двум свидетелям моим, и они будут пророчествовать. Мы знаем, что Слово Божие, тоже здесь смотрите, который свидетельствовал Слово Божие и свидетельство Иисуса Христа, и что Он видел. То есть Слово, Слово и Откровение. Слово Откровение – это есть свидетельство. Поэтому двум свидетелям вот в то время и дам двум свидетелям моим, и они будут пророчествовать 1260 дней – будучи обличены во вретище, вретище. Здесь пока остановлюсь, говоря о Слове Божьем, да, как свидетельстве. То есть откровение, Слово и откровение – это Тора и свидетельство. То есть, можно сказать, свидетель верный Иисус Христос. Да? Дальше вот мы прочитали откровение 17.6. «Видел, что жена упоена была кровью святых и кровью свидетелей Иисусовых, и, видя ее, дивился удивлением великим. То есть вот эта жена это церковь, которая стала блудницей, да? А жена это церковь, и она одна, и эта церковь стала блудницей, и она упоена была кровью святых, кровью свидетелей Иисусовых. И так вот, что ждет на земле те, которые имеют имя Божье носят имя Божье, содержат имя Божье, являются свидетелями Иисусовыми, свидетели, свидетелями Иисуса Христа. Их сатана ненавидит и убивает, хочет убить. Но в последнее время мы знаем, что верный остаток, вот этот верные свидетели, они останутся живыми и встретят Господа Иисуса Христа живыми. И можем теперь уже подытожить вот эти два стиха. Еще раз я их прочту с 4: Иоанн, семи церквям, находящимся в Асии, благодать вам и мир от Того, который есть и был, и грядет, и от семи духов, находящихся пред Престолом Его, и от Иисуса Христа, который есть свидетель верный, первенец из мертвых и владыка царей земных, Ему, возлюбившему нас и омывшему нас от грехов наших кровью своей и соделавшему нас царями и священниками, Богу и Отцу своему, слава и держава во веки веков. Аминь. Вот эту вторую часть мы разберем в следующий раз, где омыл кровью святою, своею, и соделавшему нас царями и священниками. Это мы в следующий раз разберем. Итак, сегодня что мы увидели? Я верю, что когда мы будем через года два еще раз, если живы будем и господу будет угодно будем разбирать еще раз то нам откроется намного больше но вот на сегодняшний день вот так вот как открывается в общем вот это откровение которое нам дает бог вот эту книгу книжку он нам показывает что надлежит быть вскоре чему надлежит быть вскоре чтобы мы знали через Иоанна который является свидетелем Иисуса христа он свидетельствовал Слово Божие и свидетельство Иисуса. Вот он является свидетелем Слова Божье и свидетельства Иисуса. То есть он благовествовал Слово и свидетельствовал об Иисусе Христе. Блажен, читающий и слушающий слова пророчества всего. То есть счастлив, счастливые счастливы мы, когда будем читать и слушать, и соблюдать все написанное в нем. Как мы, как мы будем соблюдать? Хранить. Мы храним, и Господь производит в нас. Да? Он производит в нас хотение и действие. Мы храним, помним, покоряемся, а Господь производит в нас плоды Духа. То есть Слово прорастает в нас. Иоанн семи церквям, находящимся в Асии. Итак, полнота, полное число, то есть это весь период всех верующих, христиан, от первого пришествия до второго, благодать вам и мир от того, который есть и был и грядет. То есть от Иисуса Христа нам благодать, Он говорит, и мир. От Него вам благодать и мир. Вот, вот это откровение. Вот Он дает. Он открывает, что будет. И вот вам благодать мир от Господа, который был, есть и, который есть и был и грядет. И от семи духов, находящихся перед престолом Его. То есть все перед Ним, ничто не сокрыто. Пред престолом Его. Все Божье, все перед Ним ничто не сокрыто. И от Иисуса Христа, который есть свидетель верный, первенец из мертвых и владыка царей земных. Итак, от Иисуса Христа, который есть свидетель верный, первенец из мертвых и владыка царей земных. Это мы тоже разберем в следующий раз. Ему, возлюбившему нас и омывшему нас от грехов наших кровью Своею. Вот Он свидетель наш верный. Он омыл кровью Своею нас. И об этом свидетельствует Иоанн. Засвидетельствована нам Слове Божьем, о Христе. И Он соделывает нас. Те, которые носят, которые имеют Его имя, носят Его, они являются свидетелями верными Иисуса Христа. Аминь. Вот так вкратце сегодня.